Штыками можно сделать все, что угодно, только нельзя на них сидеть. Бриллианты всегда признак хорошего вкуса. Если у вас почти не осталось души и вам об этом известно, значит, душа у вас еще есть. В книгах непременно есть слова, предназначенные именно нам, и если бы мы только могли услышать их и понять, они были бы для нас благословение утра и весны и могли бы заставить нас иначе смотреть на вещи. Для многих людей новая эра в их жизни началась с прочтения той или иной книги. Быть может, существует книга, которая разъяснит нам все чудеса и откроет перед нами новые. Главная польза капитала не в том, чтобы сделать больше денег, но в том, чтобы делать деньги ради улучшения жизни. Во многих сочинениях какого-либо знаменитого писателя я бы охотнее прочитал то, что он вычеркнул, чем то, что оставил. В отличие от Фрейда, я не верю, что секс является определяющим фактором в комплексе поведения человека. Мне кажется, холод, голод и позор нищеты гораздо глубже определяют его психологию. И красота имеет свое время. В несовершенстве есть своя красота, в сумасшествии присутствует гениальность, и намного лучше быть не таким, как все, чем посредственностью. Гораздо чаще люди сдаются, чем терпят поражение. Впечатление от 10 изречений, действующих на ум, легче изгладить, чем впечатление от одного, подействовавшего на сердце. Если семейный очаг и является центром жизни, то все же он не должен быть границей стремлений, честолюбия и жажды успеха. Если вы находитесь в депрессии, значит, вы живете прошлым. Если вы встревожены, значит, вы живете будущим. Если вы в состоянии мира, значит, вы живете настоящим. Через 20 лет вы будете более сожалеть о том, чего не сделали, чем о том, что вы сделали. Поэтому отбросьте сомнения. Уплывайте прочь от безопасной гавани. Поймайте попутный ветер своими парусами. Исследуйте. Мечтайте. Открывайте. Великодушного человека отличает то, что он не ищет выгоды для себя, но с готовностью делает добро другим. Выбирай друга не спеша, еще меньше торопись променять его. Люблю людей, которые мыслят и заставляют меня мыслить. Дела — это не что иное, как работа. Верны мужьям шалуньи и насмешницы, а в маске благочестия ходят грешницы.
Люди буквально влюбляются в свою боль, они просто не в состоянии ее бросить. Людское общество обычно чересчур доступно. Мы встречаемся слишком часто, не успевая стать друг для друга новой ценностью. Мы живем в тесноте и спотыкаемся друг о друга. И от этого, мне думается, несколько теряем друг к другу уважение. Для подлинно важного и сердечного общения такая чистота не нужна. Ценность человека не заключается в его шкуре, чтобы надо было непременно об нее тереться. Искусство, прежде чем дать человеку крылья, чтобы он мог взлететь ввысь, обычно ломает ему ноги. У каждого человека свой личный ад, и не один. Не только слишком жестоко преследовать тех, кто думает иначе, чем мы, но, по-моему, слишком самонадеянно произносить в их адрес вечное проклятие. В том, что мы развелись, есть и моя вина. Я пытался поставить свою жену под пьедестал. В этом мире ты просто человек, но для кого-то ты весь мир. Делайте то, что вы любите. Знайте свою косточку, грызите ее, закапывайте, откапывайте и снова грызите. Если бы один единственный глоток алкоголя немедленно вызывал цирроз печени. Если бы каждый, кто выкурил лишь одну сигарету, тут же получал рак легких. Если бы любой, совершивший преступление, был бы немедленно пойман и посажен в тюрьму, то вряд ли бы кто-то решился выпить рюмку, сделать затяжку или нарушить закон. Умейте превращать чужое самолюбие в орудие вашего честолюбия. Хитрость – образ мыслей очень ограниченных людей и очень отличается от ума, на который внешне походит. Познавший человечество умом не обделен. Познавший сам себя умней вдвойне. Кто победил другого, тот силен. Кто победил себя, стократ сильней. Молодежь украшает свой дом зеркалами. Старики – картинами. Истина для глупцов то же, что факел среди тумана. Он светится, не разгоняя его. Глупость слишком безвинна и нерассудительна, чтобы бичевать ее сатирой, а порок слишком презренен, чтобы щекотать его смехом, хотя аморальная сторона первой заслуживает сатирической издевки. А безрассудная сторона второго – комического осмеяния. От великого до смешного один шаг. Воспитание – в счастье украшение, а в несчастье – прибежище. Корона не излечивает от головной боли.
Сладость и крепость глинтвейна возрождают человека. Вино приводит в действие все извилины мозга и зажигает в глубине души волшебный фейерверк искрящегося остроумия и радости. Вечность — это утомительно, особенно под конец. Космические корабли, несомненно, бороздят пространство между миллионами миров, но наших среди них никогда не будет. Это я тоже знаю точно. Если вы думаете, можете или нет, вы в любом случае правы. Генри Форд. Страсть к победе пылает в каждом из нас. Воля к победе – вопрос тренировки. Способ победы – вопрос чести. Если вы хотите найти счастье, перестаньте думать о благодарности и неблагодарности и предавайтесь внутренней радости, которую приносит сама самоотдача. Если хочешь узнать человека, не слушай, что о нем говорят другие, послушай, что он говорит о других. Многие люди посвящают рыбалке всю свою жизнь, даже не сознавая того, что рыба вовсе не то, чего они на самом деле жаждут. Народ, который поет и пляшет, зла не думает.